И всем привет! Это долгожданное видео «Вопрос-ответ». Вопрос, который встречается чаще всего, как называется программа, в которой я рисую? Она называется Ibis Point X. Вопрос второй. Увлекаюсь ли я гача-клуб? Нет, я этим не увлекаюсь, увы. Как добавлять картинки в приложение? Этот вопрос тоже довольно-таки часто встречается. Для этого вам надо зайти в Яндекс и написать в поиске то слово, что вы хотите скачать. К примеру, в моем случае это сова. Потом нажимаете на эту картинку и загрузить. И файл у вас скачивается. После заходите в приложение, нажимаете на слои, там циферка 1, потом на камеру, и там будет у вас высвечиваться импортировать фотографию. Нажимаете на фотографию, которую вы хотите добавить, и все, ваше желание исполнено. Следующий вопрос, как вырезать картинку? Тоже очень часто мне его задают. Я обычно печатаю, но в этот раз решила создать видео, потому что вопросов нереально много. Нажимаете на кисточку, потом на кнопочку «Лассо». Обводите то место лассом, которое вы хотите вырезать, как показано на видео. И все, фото вырезано. И последний вопрос на сегодня – украинка я или русская? Я русская. Если ты хочешь вторую часть, то пиши свои вопросики в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Всем пока-пока, всех люблю!